утро в Монако, друзья, сегодня ознаменовано большим событием. Принц Альберт и принцесса Шарлен празднуют крещение своих близнецов. Поэтому 42 таких маленьких бум на весь город. В княжестве большой семейный праздник. Гуляем шумно на всю, как говорится, лазурную. Ведь если бы не женился его светлость князь Альбер, неизвестно, что было бы с Монако. Ведь по конституции, как только династия семьи Гримальди прервется, княжество должно перейти в состав Франции. Теперь понятно, почему никто не требует сделать потише. Все рады, радешеньки. Эх, хорошо. Близнецов зовут Жак и Габриэла. Сын получил титулы наследного принца Монако и маркиза де Бо. Это как раз за маленького маркиза шарахнуло. Следующий будет за дочь, у которой титулы принцессы Монако и графини де Карладес. Ну, Карладес. Подумаешь, ударение перепутал. Начало отличное. Не звук, понимаешь, а сказка. На нашей акустической карте мира большие пушечные выстрелы из маленького-прималенького княжества.